Здравствуйте. На портал Экзагет поступил вопрос. Кого имеет в виду Давид, когда говорит в псалме? Сказал Господь, Господи ви моему, сиди, одеснуй меня. Было ли ему открыто знание о Святой Троице? Этот фрагмент толкуется Христом в Евангелии от Матфея, 22 глава, 44 стих. Посмотрим в текст. Когда же собрались фарисеи, это 41 стиха, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? говорят ему «Давидов». Говорит им «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит? Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Перед нами пример тончайшие экзегезы Священного Писания, которую предлагает нам Христос. Заметьте, Он не противопоставляет здесь смыслы, а дополняет их. Собственно, чей Христос сын Давидов? Христос не отрицает этого факта. Он указывает на разницу представлений о том, что это значит с точки зрения большинства его современников на которой находятся в том числе и фарисеи, и с точки зрения Давида и, собственно, самого Иисуса. Точка зрения современников, то есть точка зрения фарисеев, проста. Мессия этот уникальный э, помазанник из дома Давидова, который должен прийти, во всем будет подобен, а может быть будет и превосходить отца своего Давида. Он будет таким же гениальным и политиком, и военачальником. И если Давид приобрел Израилю многие земли, то, соответственно, Мессия точно уж покорит Израилю народы. Каким образом? Тоже у разных школ бы давали разные представления, но тем не менее, да, это будет великая историческая, политическая и военная фигура. Христос указывает, да, конечно, и Христос, сын Давидов, да, вот этот грядущий мессия, сын Давида. Но что это значит? И на примере данного псалма указывает, что сам Давид считает вот эту грядущую фигуру, намного превосходящий себя, ну, скажем так, не количественно, не числом завоеваний или величиной дворца или количеством слуг, а качественно. Он именует его Господом, своим Господином. Для Давида есть какая-то разница между Господом как таковым и вот тем Господином, о котором он ведет речь. Он не одно и то же для него. Есть Господь, восседающий на его троне, и вот эта мессианская фигура, которая имеет право, возможность и дерзновение находиться с ним рядом. То есть в этом смысле Мессия по учению, как мы видим, да, Духом Святым Давида да, и по учению Христа, это фигура не политического, да, не военного порядка. Это нечто совершенно иное в человеческой истории. Каково это иное? Здесь конкретно Христос не говорит, и Давид внутри псалма тоже не говорит. Для этого все новозаветное повествование многообразно повествует нам о том, что Сын во всем равен Отцу, что, собственно, да, тайна Троицы раскрывается только на новозаветном объеме, поэтому сказать напрямую, что Давид бы имел в виду под словами, сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, прямую мысль о Троице мы ни в коем случае не можем. Но то, что ему как бы предоткрыто это, что истинный смысл этих слов явится только позже, а пока Давид их озвучивает, да, и остается здесь, ну, скажем так, перед этим как перед некой тайной, это безусловно. В учении церкви это формулируется в тезисе о прообразах, о том, что ряд событий и текстов Ветхого Завета, при том, что они цельны и значимы сами в себе, ну, то есть описывают реальные события и учат тому, о чем они на самом деле говорят. Имеют еще и прообразовательный смысл. То есть указывают на некое грядущее откровение, которое в полноте раскроет то, что в них только в зачаточном виде. Ну, как, например, Моисей у неопалимой купины. Для Моисея самого это не что иное, как чудесное явление Бога его отцов, но церковь потом в этом видит прообраз, как куст горит, не сгорая, так человеческая природа сумеет принять божество и не истлеть, и будет видеть в этом прообразе Деву Марию. Безусловно, ее там сам Моисей, конечно, не видел, но он послужил предоткровению этой тайны впоследствии. Также и Давид здесь с учением о истинной природе Мессии и, соответственно, с неким вот этим предоткровением о Святой Троице. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.